один и весь форс-состав. Не только за подбор совершенно замечательных менторов, которые били просто в наши головы просто дикую кладезь знаний, но и за подбор действительно классных стартап-проектов, которые, ну, я себе вижу так, что это будущее страны, будущее, вообще вот через пару лет вот каждый будет на каком-то уровне. Я не думаю, что какой-то из проектов сейчас вот после всего пройденного пути забьет и ничего не достигнет. Всех у нас есть уже четко намеченные цели, которые мы намеченное время достигнем. Вот. Было очень здорово находиться во всей этой тусовке. То есть, ну, стартап-тусовка — это что-то вообще новое и совершенно необычное. И все круги общения в Киеве, в Одессе, вокруг стартапов, не все постоянно переплетаются. Ты, ну, находишься в шоке, когда понимаешь, что все знают тот проект, получается, все знают тебя уже, и ты всех знаешь. Находиться в окружении таких талантливых, разносторонне развитых, интересных ребят, ну, ты сам в этом всем кругу развиваешься и приобретаешь кучу новых знаний. Спасибо, ребят. Надеюсь, что спустя какое-то время мы все равно будем продолжать какое-то взаимодействие.